Подвели итоги ежегодного республиканского смотра конкурса на лучшее озеленение и благоустройство. Участников выбирали в 5 номинациях: территории учреждения социальной сферы, улицы частного сектора, придомовые территории и индивидуальные участки, цветники. Среди победителей – парк здоровья и отдыха «Август» в Урнарах, детские сады, школа, жилые дома в Чебоксарах, Батрево и Новочебоксарске. Лучшие цветоводы живут в Ядринском, Канарском и Урмарском районах. Все победители получили по 40 тысяч рублей. Премия за второе и третье места – 24 и 16 тысяч соответственно.